Губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров по типу Одинцовской областной больницы. В регионе сформировался масштабный запрос на это со стороны жителей. Количество мест в палатах не должно быть больше 4. В них также должна присутствовать вся инфраструктура, необходимая для оказания медицинской помощи. Комнаты, где лежат больные, в обязательном порядке оборудуют всеми удобствами. В качестве примера руководитель региона привел Одинцовскую областную больницу. В 2022 году в медицинские учреждения Московской области закуплено уже 122 единицы тяжелого медицинского оборудования. В течение ближайших 2 лет регион полностью заменит аналоговую медаппаратуру на цифровую.